Новогодний арт-маркет развернулся на одной из аллей центральной площади в Одинцове. Тематическая ярмарка собрала 26 участников. Это производители из Подмосковья и других регионов России. Уникальность в том, что это товары собственного производства, в том, что это интересные подарки, эксклюзивные вещи, в том, что это продукты, которых нету в магазинах и на рынках. То есть это действительно, но тем не менее, это все проверенные продукты с ветеринарными свидетельствами. На ярмарке можно приобрести фермерские сыры, мясную продукцию и соленья к праздничному столу. Авторские украшения, валяные рукавички, уникальные головные уборы и шарфы. Посетителей ждет развлекательная анимационная программа. Работает елочный базар, есть детская фотозона и даже ящик для почты Деду Морозу. При этом соблюдены все меры безопасности. Все участники ярмарки, организаторы, продавцы, все имеют либо QR-коды, либо ПЦР-тесты. То есть в этом плане все меры соблюдены. Также соблюдены все противопожарные меры, все меры безопасности. Представил свою продукцию и Одинцовский центр традиционной народной культуры «ЛАД». Мастерицы подготовили рукодельные работы. Наталья сотрудничает с центром уже лет 15. Более 5 лет назад увлеклась созданием цветов и композиций из фоамирана. На ярмарке также она представила свои вязаные комплекты, новогодние венки для украшения дома и забавные елочки. Всю жизнь я вязала. Я начала вязать с 13 лет, потом закончила курсы бирсероплетения. Но понравился, как делают настолько натуральные цветы, и сама загорелась, вот стала делать. Новогодний арт-маркет, который проводится в рамках проекта «Зима в Подмосковье», будет работать по 26 декабря с 10 утра до 8 часов вечера. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».